Дольменах. Действительно ли это места силы, как говорят? Нет, я не считаю дольмены местами силы. Места силы там, где человек во время пребывания ощущает слабость. Когда он ощущает слабость, он должен сесть или лечь. В тот момент в его теле может создаться процесс, в ходе которого что-то, что мешает ему жить счастливо, выйдет, и в это место наполнится созданной силой. У меня так было. Я был в храме камбоджийском храме Ангкхарват. И я поднимался вверх там в этом храме и почувствовал на одном из этажей жуткое состояние усталости. Меня прямо накрыло, я уже знаю, если есть жуткое состояние усталости, то рядом с тобой находится невероятная сила, мегасила. Это стало моим прям таким желанием силой это обрести. После этого я лег, и когда я лежал, мне скрутило живот очень сильно, прям вздуло живот на глазах, и было желание быстро куда-то убежать в туалет, извините за подробности. Ну, вокруг этого храма, слава богу, огромное количество джунглей. Поэтому я слез с этого храма и пошел в джунгли. После этого вернулся в этот храм, нашел это место, где меня скрутило, почувствовал ощущение усталости. И после этого такое было состояние наполнения живота, второй чакры, первой чакры радостью, каким-то возвышенным состоянием, таким ощущением, как будто нектар, мед и там все остальное. Такое ощущение после этого было. Я ехал в автобусе и все время смеялся. Мне такое было ощущение, как будто нет даже каких-то идей, предпосылок к тому, чтобы где-то не радоваться чему-то. Было такое ощущение, как будто вот ей-богу в один момент из грязи в князи. Знаете, такое ощущение было, прямо поднялось и настроение, и счастье. И вот на следующий день ночью я не спал, потому что не хотелось спать вообще. Я купался в море после этого. После этого там в ресторан поехал, еще там ночной ресторан был. После этого до 6 часов не спал. 6 часов поспал где-то до 10 утром, там дальше продолжил свою экскурсию. Было потрясающе. Но как набирать эту энергию, необходимо знать. Энергия силы не заключается в красоте. Энергия силы, она может находиться где угодно. Человек идет и почувствовал усталость. Вы дошли до силы. Это место силы, оно там очень ярко. Второе такое место силы я нашел в свое время. Я ездил в Мексику, и в Мексике проходил курс лечения, и ездил в деревню. И там было такое место, где в лес такой, где растут вот эти ядовитые пальмы. Они колючие, и прям с иголок капает млечный сок такой. И вот я там ходил, и у меня было такое же ощущение, будто я дошел до чего-то, что создало такое ощущение, будто я сейчас упаду, мне так плохо стало. И ноги закрутило, и руки закрутило, и шея заболела, и в глаза начало колоть и так далее. Так, как меня учили в свое время мои учителя, я сел в это место, после этого лег, дождался момента, когда мне стало плохо. Стало плохо, сильно покашлял очень, потому что было такое ощущение, как будто я что-то выкашляю. Но этого не произошло, такое ощущение, как будто вырвать хочется. После этого полежал немножко, и было такое же состояние. А после этого состояния было состояние упорности. То есть хотелось там идти, появилась физическая сила. После этого набрался вес. Но это, видимо, было связано с местом силы, которое давало человеку мощную физическую силу, мощную. Такие места силы находятся очень редко. Но тот человек, который эту силу принял, он этой силой обладает. И в том месте, где он эту силу получил, в том месте силы больше нет. Обычно вот так и выглядит это. А там в дольменах сила, не знаю.